это действительно поиски определенных корней. Устойчивости в этом очень неопределенном вука-мире. И когда мы обращаемся к своим корням, к роду, мы таким образом пытаемся обрести хоть что-то устойчивое. Корни пытаемся, а они где? Они как раз, вот как раз в костюме народного есть, потому что, по крайней мере, для чувашского народа нет ничего менее изменчивого, чем костюм.